Для начала нужно сделать опару. Значит, для этого нужно дрожжи развести в воде, закинуть туда ложку муки и ложку сахара и дать подняться. Дальше нужно хорошенько перемешать и закинуть сюда стакан муки. И поставить в теплое место на 1 час. Тесто подошло. Теперь сюда добавляем муку и замешиваем крутое тесто. Тесто готово, теперь его нужно раскатать. Значит, вот я пласт раскатала. Дальше его нужно смазать маслом. Масло нужно растопить. Маслом промазала, затем нужно свернуть его рулетом. Вот я тесто свернула рулетом. Сейчас нужно его опять раскатать. Значит, вот я раскатала второй раз пласт. Его опять нужно промазать маслом. И опять сейчас нужно свернуть рулетом. Теперь по длине будем сворачивать, а не по ширине. Вот такой вот рулет получился. Дальше мы его вот так вот друг на дружку кладем. И опять раскатываем пласт тонкий. Значит, вот такой вот у меня получился пласт. Его нужно разделить на две равные части, вот как я это сделала. Дальше, значит, нужно вырезать вот такие вот треугольники. Ну, их, значит, это как можно, чтобы они ровные были. Вот, значит, один хотя бы вырезать и вот так вот уже прикладывать и по нему вот так обрезать это дальше. Вот таким образом. И так вот срезать, чтобы они были ровные. Значит, дальше каждый треугольник нужно вот так вот промазать маслом. Значит, тесто сворачиваем вот таким образом. От широкого края делаем рулетики к узкому. Значит, вот эти булочки укладываем на противень, застеленной бумагой и промазанным маслом. И вот так вот обильно каждую булочку смазываем маслом. Значит, накрываем полотенцем и оставляем на полчаса. Полчаса прошло. Теперь нужно поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Значит, через 15 минут вытаскиваем из духовки. Булочки готовы. Значит, это посыпаем их сахарной пудрой. Приятного вам аппетита!